Не сказка это, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвым с древа в гроб положен был он, а в третий день из мертвых он воскрес. Сегодня праздник, ближнему и дальнему пусть слышится под сводами небес горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес! Воистину воскрес! Приходит этот день порой весеннюю. Христос воскрес! Сияет солнце свет! И в календарной строчке воскресения «Воистину воскрес!» звучит ответ. Когда вы скажете любому ближнему «Христос воскрес!» знакомые слова. Пусть верит или не верит в Иисуса он, воистину воскрес, ответит вам. И люди как-то непривычно улыбаются. Христос воскрес, и перед нами друг. И даже те, кто Бога отвергали, воистину воскрес, ответят друг. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам в птичьем пении слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. И тот, кто верит в чудо воскресения, в прощение грехов, в Голгофский крест, сегодня с нами радуется о спасении. Христос воскрес, воистину воскрес. Не скрыть, не удержать нам этой радости. Мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес! Вы вместе с нами радуйтесь. Воистину воскрес Он и для вас. Аминь.